Тем, кто переехал в США и носит линзы, это видео будет очень полезно. Мои запасы линз, которые я покупала в России, закончились. Пришло время покупать линзы в Америке, но оказалось, не все так просто. Для того, чтобы купить линзы здесь, нужен рецепт от врача, даже при покупке в интернет-магазине. Поход к офтальмологу за рецептом в среднем здесь стоит 120 баксов. И, кстати, даже у американцев не всегда включен офтальмолог и стоматолог в страховку. А потом еще и на сами линзы примерно 80 баксов. Слишком дорогой чек получается. Но, к моему счастью, я нашла сайт OptiContact, где не надо загружать рецепт. А сами линзы оказались со скидкой 30% на первую покупку. Я купила 6 пар двухнедельных линз AquaView, плюс доставка, и весь заказ у меня вышел на $60. Мои линзы приехали в течение 3 дней. Я счастлива и довольная, а ты подписывайся, чтобы не пропустить полезные видео.